Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винти, и сегодня мы с тобой продолжаем играть в Just Shapes and Beats. Мы в нее играли, не играли с тобой уже в нее, ёбушки, очень долго времени, короче. Вот, сегодня мы с тобой будем тусить под музяку и проходить уровни. Сегодня мы будем с тобой побеждать боссов, и я надеюсь, я не забыл, как в это играть. Я предполагаю, что я забыл, как в это играть, но я надеюсь, что я с этим все же справлюсь. Ух ты, ёха. Я надеюсь, что я с этим справлюсь. Хотя почему надеюсь? Нужно верить в себя. Поэтому я верю в себя, что я с этим не справлюсь. Потому что я верю в себя. Вера в себя и всегда хорошо. Так. Тебе нравится такая музыка? Я не знаю. Здесь музыка такая здоровская, она прям под мой вкус. Не знаю, что-то есть в ней такое. Поэтому, наверное, я немножко заткнусь. Пожары, погнали. Классно. Так, только главное не сдохнуть. Это вот прям главное правило жизни. Не сдохнуть. Оно всегда важно. Так. Что говоришь, музыка слишком спокойная? Сейчас все изменится. А, нет, не... О! Не, это еще не трудно. Это пока легко. Тихо. Смотри, одной рукой. Оп. Хорошо, да? Сейчас будет мясо? Окей, сейчас посмотрим. Опа. Ёпа! Тихо. Это мой девиз. Да ладно! Не, нормально. Видал? Еба, планета! Спокойно, главное держаться под контролем. Слушай, испарится! Как я от этого должен был увернуться вообще? Так, ладно, мне тут нужны руки. Без рук тут трудно. Да ну нахрен! Я до самого конца почти дошел. Вот с тем экшоном мне трудно пережить. Вот это вот когда начинается. Еба, галактика. Да. Так, тихо. Вот это не трудно. Чуть не ударился. Вот это я был бы красавцем, скажи. Но это не трудно. И ударился. Тихо. Концентрация уровень 1000. Че ты там говоришь? Легко? Ну, сейчас не будет легко. Спокойно. Я все еще не знаю, как я от этого уворачиваюсь. Ау! Вот об самый легкий ударился. Ну как от этого увернуться? Так, ладно, у меня осталась одна жизнь. Одна жизнь на то, чтобы пережить. Я не знаю. Вот от этих волн я не понимаю, как пережить. Они слишком как-то странно двигаются. Я не успеваю за ними следиться. А, музыка похожая на НДП, кстати, и правда. Есть немножко такой. Ах, ладно, давай я просто закончу это. Нет, ладно. Тихо. Давай лучше вот так вот попробуем. Две руки. Ага, легко. Тихо. Мне микрофон закрывает! Микрофон! Ну, микрофон мне все сломал. Не-н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 е. Я продержусь. Да это сраная змея вылезла. Не, ну, тут я вначале... Это конец? Не-не-не, это не конец. Это не конец, слышь? А, вот. Во, это не конец. Да, мне микрофон подставил. Я тебе говорю, вот тут... Вот, не, не микрофон, камера. Вот здесь у меня у камеры такая штука, держак. Вот этот держак меня подставил, мне перекрыл место, куда я заехал. Как тебе не стыдно, камера. Давай, поехали. Сейчас пройдем. Это не трудно, я тебе говорю. Че говоришь, не веришь мне? Смотри. Блять. Это легко. Это легко. Я специально это сделал. Чтобы пройти, ну, типа, себе чуть-чуть усложнить жизнь. Это ж
Я облажался, ладно. Доволен, я облажался. Попытаюсь исправиться. Ай. Тихо, 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 тихо. Нет, этого вроде не трудно. Это все выжить не трудно. Так, давай. Вспоминаем наш с тобой девиз по жизни. Наш с тобой девиз по жизни, сука! Это выжить. Выжить. Главное выжить. Идешь в школу? Главное выжить. Идешь в универ? Главное выжить. Садишься в машину? Главное выжить. Наш с тобой главный девиз. Не забывай, и все будет хорошо. Еще, бля, так много снежинок. Спокойно. Все, теперь можно умирать. Хе-хей! Теперь можно умирать. Потому что я дошел до сохранения. Теперь спокойно. Теперь мне надо немного заткнуться. Мне надо немного заткнуться. Да, конечно. Винди и ноль смертей — это синонимы. Я ни разу никогда не умирал. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Галактика, не убивай меня. Ой, жесть пошла. Ой, жесть пошла. Опять камера. Спокойно, спокойно, спокойно. Камера, не подставляй меня! Живем, 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 живем. Живем, живем, живем. Главное держаться подальше от галактики. Галактика наш враг. Галактика наш враг. О, да ладно! Да ладно! Жопа! Галактика наш враг. Помним, 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 помним об этом. Помним об этом! Помним об этом! Ааа, я не знаю, как я выжил. Так, теперь давай, игра, не выкидывай никаких, пожалуйста, больше слонов в камеру. Давай, давай без слонов. Да, не залипни челлендж, скажи. Слава яйцам, я прожил. Видал? Без единой смерти. Ты, наверное, там обалдел. А ты говорил, нет, Виндяй, не пройдешь. Верить в меня надо, верить в меня надо. Вот если ты верил в меня, то ты красава. А если не верил в меня, то я тебе доказал, что в меня нужно верить. Так, теперь мы получили какую-то чашку. Поехали дальше. Найс. Че у нас дальше? Каскад. Кьюби. Ого. Что-то мне эта музыка напоминает очень. Вот эта музыка мне очень почему-то напоминает Undertale. Я не знаю почему. Но она мне ее прям напоминает. Мне нравится прям музыка. Сейчас, секундочку, секундочку. Я хочу сделать чуть-чуть погромче. Буквально мгновение. Все, нормально. Поехали. Да, немного Geometry Dash напоминает. Но Geometry Dash, конечно, отличается от своих фишек. Вот не знаю, че... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, жопа к нам приходит. Нет, нормально. Тихо-тихо-тихо-тихо. Не, уже не напоминает. Уже не напоминает. Она вначале напоминала. Это какой-то такой, знаешь, чил. Сохранялого. Без единого ранения. Давай попробуем пройти без единой смерти, хорошо? Ты веришь в меня? Напрасно. Тихо, тихо, тихо. Кулачок за меня сожми. Не важно. Забыли об этом. Можешь не сжимать. Тихо, тихо, тихо. Живем. Живем. Да, да, да. Это прям гипноз, вот эта штука. Чё говоришь, веришь в меня? Спасибо тебе, братан. О, нет! Да ты серьезно? Да ладно, как я это пережил? Вот это должно было меня убить, по-моему. Тихо, тихо, тихо. Так, лучше я выйду отсюда. Мне это не понравилось. Да ладно! Так все хорошо держался. Сжимай. Тихо, максимум концентрации. Тут можно просто отъехать. От такого слабого удара попал, конечно. Ой-о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 й
Бляха. Тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Как я об это удар? Что там было сейчас? Это я облажался, конечно.
Я не знаю, в этой игре еще проблема в том, что она гипнотизирует, правда гипнотизирует, но лично меня. Спокойно. О, вот тут идеальное место. Нет, окей, не идеально. Отошли. Сейчас меня полетят штуки. Камера хорош подставлять. Жить. Должен жить. Тихо. Вот тут нормально. Так, теперь сейчас подстава будет. Сейчас будет какая-то подстава, я тебе точно говорю. Сохранение. Фу! Хорошо, сохранение готово. У меня одна жизнь. Да вы что? Можно не надо! Можно... Это было слишком сложно для меня, окей. Это было слишком сложно для меня. Я просто потерялся. Я просто не мог глазами следить за всем. Ну какая музыка в этом уровне классная. Вот в этом уровне мне музыка очень нравится. О! Голосом говорю, поддерживаю. Ништяк. Так, давай. Вот сейчас серьезно постараюсь. Я уже знаю, что эта игра имеет под собой. Точнее, что этот уровень имеет под собой. Это предыдущий раунд был разминочкой. Так. Разминочкой. Сейчас уже старание. Ну, я постараюсь. Вот это, скажи. Очень похоже на Undertale. Вот это начало по музыке. Потом уже другое идет. Камера зло, да. Камера меня подставила. Ладно, камера хорошая. Это видео можно переименовать в незалипный челлендж. Попробуй выживи в незалипный челлендж. Прям, знаешь, все гипнотизирует. И музыки гипнотизирует, и игра гипнотизирует, и все просто. Хотелось бы больше таких игр. Музыкальный бэдтайм, да. Оу! Как я в это попался? Ну это вроде в прошлый раз. В прошлый раз я это лучше прошел, по-моему, да? Тихо. Есть. Так, давай уровень, спокойно. Должен пережить начало. Переживу начало, все будет хорошо. Сохранение! Е! Теперь можно умирать. Нормально. Тихо. Хорошо. Чё там, некоторые жаловались, типа, ой, давно не было незалипней челленджа. Вот тебе незалипней челлендж. Наслаждайся. Так, вот это вот сейчас жесть пойдет. Вот от этого я просто не могу ни разу выжить. Вот от полностью от этого я выжить не могу. Без единого ранения. Нормально. Чуть вверх. Отошли. Сейчас будет жесть. Хорошо. Увернулись? Да ладно, я увернулся от самой... Не, ну все. Это заявочка на победу. Я увернулся от самой опасной атаки для меня. Я от нее никогда не уворачивался. А ты мне не верил. Надо в меня верить. Надеюсь. Последний уровень. Ой, жопа-то какая! Изи! Какая классная музыка! Вот в этом уровне музыка мне понравилась больше всего. А тебе? Не, ну я думаю, тебе тоже понравилось. Ну и не знаю, мне кажется, она так объективно классная. Вот это и хорошо в конце подстроился. Так, теперь у нас босс, по-моему. Ничего себе! Бля, что происходит? What the fuck? Эй! Пираты Карибского моря. 8-битные. Так, я понял. Оп, знаю, как это играется. Опа, хорошо.
Опа! Хорошо. Погнали. О! Что будет делать? Что это? Ага. Оп! Найс. У-ху-ху. А! Найс. Йо! А! Сраный! Я не помню, как его там. Неважно. Капитану на все насрать! Вперед! К земле. Капитан Джек Виндяй. Это что отсюда? О, нет, опять этот главный босс. Вулкан. А, да, вулкан. Куда? Спрыгивай, ну! Чё тупим? Наконец-то. Поехали вперед. Йо-хо-хоу! И бутылка 8-битного рома! Так, давай, наверное, на этом мы пока что закончим. Продолжим уже с тобой в следующей серии. Подписывайся на канал, оставляй свой комментарий. Увидимся в следующей серии. Давай, пока.